Ну, вы смотрите, ведь с другой стороны, это ведь Москва сейчас становится реально театральным городом. Очень много ходят в театры. Вот это слово счастье. Театр это модное слово. А ты знаешь, что было время, ты еще не был дедушкой, была паника страшная. 90-е годы и так далее. Не было зрителей вообще. И не то, что там в этом театре ходят, вообще все бросились строить новую житуху. На полном серьезе, да, и все. Сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, у нас все хвалится, у нас 1220 мест, не считая малой сцены. Вот сейчас, сегодня, тьфу-тьфу, этот сезон, ну, просто аншлаговый, да. И не только у нас, я так смотрю, ну, дифференцированно. Что это говорит? Очевидно, немножко нажрались гражданственностью и решили отдохнуть. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24». И она мне помогала в жизни сейчас. Помогать людям просто конвертом. Ты подписываешь под каждой своей картой. У меня была заниженная самооценка. Или ты умный, или красивый. Сейчас это проще. Ну что, парень, зайду, дай туда.